Ну а перед началом этого видеоролика я бы хотел вам порекомендовать канал Хеликса. У него вы увидите множество видео по FNAF Air, Forsaken Air и прочим FNAF играм. Помимо этого, он также разрабатывает свою игру и выпускает тизеры на его канале, где, скажу вам по секрету, даже присутствую я. Поэтому это определенно того стоит, чтобы подписаться на его канал. Ссылочка на него будет в описании. Вы не пожалеете. А с меня достаточно лишних слов. Приятного просмотра. Всем здравствуйте, на связи PGWTP, и добро пожаловать в новое видео по такой игре, как Forsaken Air Darkest Delivery. Кто не знает, это модифицированный клиент FNAF Air, который был недавно удален на еще на той неделе, и эта игра была сделана фанатами этого комьюнити, и вообще в целом самого FNAF Air. Сегодня у нас вышел новый аниматроник, вышло вообще новое обновление, и поприветствуем нового персонажа Карни. Я уже посмотрел его механику, нам обещали уникальную механику. Вот мои, кстати, пидорасы, которые ходят, для, я не понимаю, они еще будут ходить у меня по 20 минут. Мне его уже накидали, я уже чекнул механику. Скажу так, мне понравилось. То есть механика вполне легкая, здесь сегодня не будем особо заморачиваться. Вот его мини-набор, у меня на этом аккаунте ничего нет. Нам вернули 3D-иконку Lefty, наконец-то. Моя любимая Lefty 3D Icon, которая, блядь, не забирается. И иконка Карни, которая тоже идет в качестве компенсации за задержку. Сам персонаж... О, здесь еще есть. Сам персонаж по приманкам 750. Здесь есть вот такие иконочки с горшочком. Это, наверное, уже на День Святого Патрика. У нас идет вот Шемрок. Шемрок посвящен этому. Голдены, соответственно, потому что золотые. Прикольно. Сейчас будем собирать всю коллекцию. Сейчас купим просто все на это. О, да, Инфеста. Инфеста — это классная иконка тоже. И у нас вот значок профиля Карни в виде цели. То есть у нас какой-то тир. Вообще, сам Карни идет у нас из Club Monte 2. Кто не знал, игра выходила в 23-м году в декабре буквально. Можно сказать, в конце декабря. Там присутствовал персонаж Карни. Он являлся у нас вроде бы как... Вроде бы как персонажем, который у нас отвечал за... Он просто убивал вас, пока вы играли в тир. Давайте посмотрим его механику. Играю, если что, я на новой версии 17.6.0. Я уже скоро сделаю на нее обзор, не волнуйтесь. И объясню, как скачать так, чтобы, ну, ваш аккаунт не удалился. Скачать саму игру вы можете у меня в телеграм-канале, ссылочка на него в описании. Там я публикую часто новости о самом Forsaken Air, новости о том, что будет на канале. Блять. А теперь давайте играть. И, пожалуй, я сделаю вот так. Опа. Важно понимать, где он. Я понял то, что он как спрингтрап тут. Сейчас. Во! Ударить током. Понял. У него помехи, как у спрингтрапа. Понял. Спрингтрап. Ну-ка. Блин, прикольно, мне нравится эта фаза. У него две фазы, как нам и обещали. Мне интересно, что будет во второй. Ага, прикольно.
Бежать он собирается вообще, нет? Угу. Алло, а еще? Ай, у меня чуть не сдох. Я чуть не сдох. Бежит. И начинается вторая фаза. Здесь она чисто идет как мандал плюс спрингтрап вроде. Да, просто мандал и спрингтрап. А еще у него шаги той Фредди. Ага. Бля, да ну нет. Ну тварь! Я же, блин, видел, что он влево бежал. Почему он справа оказался? А-а-а! Давай еще раз. Where? Блин, я зафейлил. Это было близко. Чертила, драм. Вот здесь вот, что я сейчас не понимаю в геомеханике, как он передвигается. Если он передвигается налево, он должен идти налево. То есть помехи должны смещаться. Он постепенно вроде как смещает их, а потом переходит внезапно направо, без какого-либо звука. Понял. Это будет долго, походу. Ну? Вот. Беги! Почему он ходит? Он горит, он fire. Походу, озвучка тут как из Hellpoint 2, чисто. А, там красный, я понял. Красный. Белый. Блин, как хорошо, что он не лагает вообще. Белый. Красный. Белый. Бежит. Понял.
белая. Белая, красная. Бежит! Побежал. Победа. Смотрим. У меня вообще не, от него ничего нет. Сейчас будем, наверное, выбивать. Ни хрена мне выбыли. У него три иконки, если что. Три иконки, одно ЦП и один костюм. Напомни так. Ну давай, поехали. Смотрим. Блин, прикольно. Ага, тайминг. Ну? Понял. Нет. Да. Бежит. Поехали. Да, он горит. Он в натуре горит, и мне это нравится. Ага, прямо здесь кинул. Прямо здесь кинул, рядом с ним. Красный, красный, красный. Красный, я понял. Блин, повезло, он там был красный. Белая, белая, белая. Красная. Ага, красная, все красная. Ну. Ой, шакал радиус. Ой, его радиус. Вот, гораздо лучше. Бежит он довольно как-то далеко от меня. Но главное бежит. Смотрим. Первая пошла. Это первая. Сейчас. Два скрина. Ну? Ах ты тварь. Ну ладно, жалко. Жалко, 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 жалко. Давайте дальше продолжать. Первая иконочка у нас есть. Давайте ее поставим. Поставим, 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 поставим. Вот она. Плюс, бейби. Прикольная. Впервые они, кстати, заюзались. О, да. Еще осталось две иконки, получается. Thank you.
Ну, прикольно. Повезло. Бежит. Повезло, 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 повезло. Сейчас главное здесь не слить. Ну? Ну? Белая. Белый, красный, красный. Я не могу не юзать фонарик, очень тяжело просто так-то его искать. Еще и без наушников играю при этом. Я могу, конечно, музыку у него выключить. Но без музыки будет неинтересно. Без музыки не будет интересно. Мне музыка ему нравится. Ага. Ага. Понял. Понял намек. Понял, 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 понял. Красный. Белый. Красный. Красный. Белый. Туда, 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 туда. Я смог. Победа. Yeah! Ну-с. Ура, Карни. Ладно, его цветная иконка выпала. Его первая цветная иконка там вообще. Основная. У него есть еще сгоревшая. Нужна сгоревшая и осталось только цепей костюмчик. Надеюсь, дабл дропнет. Или трипл. Трипл тоже был. Триплы тоже бывают. Бывают и четыре. И вот прям четыре предмета могут падать за один дроп. Такое тоже случается. Ага. Бежит. Бежит. Ой, МФ. Сразу побежал, сразу побежал, сразу побежал. Чисто вот сразу. Победа, победа. Жалко. Жалко. Еще. Блин, а он что-то заспидранил. Он, оказывается, может быть и быстро, алё. Прикольно. Тропика Дьют молодец. Музыка очень классная. Sounds awesome. Тварь. Беги.
Ну? Вот. Другое дело. Я увидел красный, и понял, что все как есть. Белое. Белое. White. Блин, ублюдок, тварь. Вот это было очень подло. Потому что я его не сразу нашел. Я понял, где я же... Блядь. Он сменил глаза, ублюдок. Он крутится, я не понимаю. У него как будто помехи, они у него сами по себе плавают. Он вроде бы перемещается, останавливается, а он все равно смещается. Это не у меня гироскоп. Они у него реально так действуют. Либо у него слишком большой радиус. Он просто перемещается, как я не знаю. Блин, как автом. Ну давай, поехали. I'm on fire! Fire! Fire in the hole. Fire in the hole. Ну, давай. Белое. Белые. Красные. Red. Он, кстати, подсвечивается там так-то. Блин. Заставляет поморочиться так-то. Ну, ладно, смотрим. Сгоревшие корни. У меня все его иконки. ЦП! No way! Double drop! No way! No way! Oh my god! Wow. Вот это шикарнейший просто! У него...
Победа за нами. Шикарно просто, алло, слушай, мы молодцы. Давай его японскую. Обалдеть. Ну давайте посмотрим, как будем дальше. Это просто кайф. Остался только костюм. Дабл дроп на видос. Ага. Я рад. Ну? Бегом. Ну Эль, ну Ле, я ж тебе попал. Посмотри, что делает, а? Посмотри, что делает, тварь. Я в шоке. Не, ну все равно я в шоке. Я пока не отошел от шока, но я в шоке. Я в знатном шоке. Я в шоке. Блин, а можно костюм, бро? И без выкрутасов. Прошу тебя. Изи. Побежал. Отлично. Это было быстро. Теперь осталось эту фазу перейти. Повезло. Все, смотрим, давай, костюмчик. Костюмчик мне на базу. Я угадал, и я молодец. Я просто молодец. Я просто молодец. Yes, yes. Давайте на нее посмотрим. Мне нравится. Так, давайте сначала заберем их. Что, мы забыли забрать их. Они не забираются. Обед. Guys. And where? Ладно, пока эти бро у меня отлагивают, давайте поставим Карни. Карни, 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 Карни. А он вообще в конце, да? Да, в конце. Вау, вау, вау. 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 Ой, у него ручка проходит там через текстуру. Блин, прикольно, у него звук классный, подожди. Блин, у него очень классные звуки, мне нравится, как он глаза переключает. Молодец, панда, молодец. Historical панда вообще постарался, красавчик.
Ну-ка, АЦП. Его лицо, как у меня, когда я же... это я вот после школы, гайс. Блин, прикольно. Мне нравится. У него хоть и дефолтная такая, знаете, анимация, но она плавная, как вот как у FNAF Air. И, блин, мне нравится референсы. Ой, эти боже. А давайте посмотрим, кстати, фотобудочки. Фотобудочки. И чекнем, как он там. Чуть подлагивает. О, долго листать. О, этот бро. Ну-ка, Карни, The Baker, Barker Beer. Класс. Гавкаешь, да, значит. Привет. Привет, бро. Ой, блядь, прикольный. У него еще и брови двигаются. Вот это мне нравится. Хорошо сделали. Модельку, кстати, вот ретекстурили. Буквально там пару недель назад. То есть он мог бы быть таким, знаете, светло-коричневым, но нет, ему сделали все-таки темно-коричневый оттенок. Мне нравится. Ну, собираем мои награды. Для того, чтобы завершить гребаные задания. Я очень доволен обновлением. Мне все нравится. То есть механика персонажа вроде как простая, но одновременно же и держит в напряге. Я не знаю по поводу, ну вот его радиуса помех, может так и должно быть, может специально такая херня. Но вот что вот мне нравится вот самое уникальное в его механике, то что первая фаза это фиолетовые глаза, то есть это Шеквайры. Ранее такого вообще нигде не было. Ни у Афтона, само собой, понятно, ни у Скрабыми, ни у кого не было такого. Так что давайте забираем наше задание, получаем наши денежки. Ну. Все, не хотят за деньги. Я тебя понял, бро. Спасибо. Бро не хочет отдавать мне деньги. Значит, потом отдаст. Мы с вами не посмотрели еще две иконки. Это 3D иконка Лепти, которую вы так долго ждали, и которая у меня ранее была тоже на аккаунте, кто помнит. И иконочка Карни 3D-шная. Она такая же вроде по анимации, но она классная. Я рад, то, что они сделали компенсацию. То есть вот даже здесь они немного подзаморочились. Вот такое у нас смачное обновление. Да пожалуйста, отдайте мне мои, блядь, ежедневки. Сраные, ёпта, сервера. Но ради вот такого персонажа, я думаю, оно того стоило. Мне лично все нравится, я надеюсь, вам понравилось. И я надеюсь, что вам понравился этот видеоролик. Поэтому обязательно поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропускать все самые свежие новости по такой игре, как Forsaken AR Darkest Delivery. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать все самые интересные видеоролики на моем канале. И подписывайся на мой телеграм-канал, где ты вообще можешь скачать саму игру, обновить ее, если ты ее еще не обновил и у тебя 17.5.0. Я ролик по обновлению уже сделаю совсем скоро. Покажу, как скачать, как безопасно скачать и при этом оставить аккаунт живых, чтобы его не снесли, чтобы он не стерся. Ну и, соответственно, следите за новостями игры на русском языке, так же, как и я. Присоединяйтесь в наш любимейший шедевр-чат на фаеровце, где вы можете поболтать с челами и потрейдиться, а также просто провести время и почилить. Ну и оставляй свои комментарии по поводу этого обновления. Нравится ли тебе вообще сам Карни? И удивлен ли ты был его релизу? И понравился ли он тебе когда-то в Hellpointed 2? Потому что лично мне этот персонаж, как в Hellpointed 2, так и здесь, он мне везде нравится. Он канонично горит. Вот что самое интересное, эффект огня во время боя почти нигде не применялся. Ну, кроме Flaming Springtrap и вроде все. Все, больше нигде не применялся. А вот здесь его применили. И мне это очень нравится. Мало того, что он еще и оптимизирован хорошо в бою, так он еще и с хорошими эффектами. Нихуя себе, блядь. Спасибо, бро. Ну, на этом все. Всем пока-пока, до скорого. Удачи. Увидимся в следующем видео.